Thank you.
Oh!
Oh.
Она цеплялась за любовь, как за последнюю надежду, что омолаживает кровь и носит легкие одежды. Она цеплялась за любовь, она счастливой быть хотела, пусть не хозяйкой, пусть рабой чужой души, чужого тела. Она цеплялась за любовь, уже стареющей рукой. Любовь надменно хмуря бровь, китайский чай пила с другой. Ой, дура, дура ты, любовь, не с тем живешь, не тех целуешь. Тебя как чудо ждут, а ты уже балованных балуешь. Ах, дура, дура ты, любовь, вот так умрешь, не зная рая. И правда, умерла любовь. Любовь ведь тоже умирает. Все, все, любовь.
Очень в жизни повезло, повезло два раза. Первый раз, когда Алла Борисовна согласилась сыграть в нашем фильме, а второй раз сегодня, потому что все руководство телеканала «Интер» скоропостижно улетело в Канны. Именно поэтому честь вручить этот приз Алла Борисовна... Вы что, эти зайцы в Канны повезли? Мне досталась честь сегодня вручить этот приз. На самом деле, позавчера, в пятницу 26 числа, когда у Аллы Борисовны был концерт во Львове, в Киеве, проходила церемония награждения, четвертая церемония, награждения национальной премии «Телетриумф». И Академический совет, и группа экспертов единогласно назвали имя лучшей актрисы года. Это... Thank you.
жизнь большая сцена, сцена маленькая жизнь. Из ниоткуда никуда.
себя счастливой. Спасибо вам за все в моей жизни, за все. Интеллектуальная песня. Я опять на первой классе. Писали обо мне газеты все, что я не отстаю, что я не то пою, я никому покоя не даю. И вызывают жгучий интерес мой часто изменяющийся вес и мой репертуар, а также гонорар. Все это нужно знать всем подарок. Живи спокойно, страна. Я у тебя всего. Yeah.
просто три вот еще вожди вы стоите уже, сколько же можно. Хорошо, эту песню вы никогда не слышали, вы заслужили. А, просто это наша песня. Если вы помните, у нас был музыкант Александр Юдов, к сожалению, он умер полтора года назад, мастер по приколам. Другая корпусная звезда, Рита Кривосолье и гость. Моя звезда.